Всем привет! С вами Ирина. Пришел заказ наш от Мики. И я хочу вам показать адениумы. Смотрите, какие растюхи мы получили. Смотрите, какие классные. Немножечко как бы так запрело в утеплителе. Я открыла коробочку, чтобы сначала немножечко привыкли растения к этой температуре. Растюхи шикарные, ребят, просто шикарные. Открыли следующую коробочку. Тут у нас тоже адениумы. И вот буквально здесь вот с краешку достала 5 растений. Хочу показать вам. Смотрите, какая у нас тут красота. Смотрите, какие растюхи. Какие бутончики. 2 растения с бутончиками. Это кофе. Кофе, как-то я забыла, как оно называется. Похожие на Сого Вивьен растюшечки. Вот эти растения, это сезам, 15 штук. Это код, первый код, а вторая циферка это количество. Ребята, вы посмотрите на этот сезам. Очень большое растение, листья очень большие. Так что вот вы понимали, вот где листик. Вот от горшка моя ладонь. Посмотрите, какой лист. Большое растение. Каждое растение мы ставим в отдельный лоточек по номерам. И складываем от первого номера до последнего, который у нас есть. Таких вот у нас 15 штучек. И адениумы по размеру крупнее, которые и мельче. Смотрите, какие они маленькие, насколько они такие меньше в размере. Вот таким образом приходит растение от Мики. Сложены аккуратно в коробочку. Еще одна коробочка. Сейчас будем с вами распаковывать понемножечку. Я вам покажу несколько растений, какие они пришли, что же мы получили. Сняли мы ряд адениумов, а тут у нас, ух, листики поломанные. Поломанные листики. Немножко поломанные. Большие растюшки. Тут у нас цветоносики виднеются с нижнего ряда. И вот здесь цветоносик, он уже отцвевший. Я так понимаю, что это шиллерианка. Очень похож на ее цветонос. Такой тонкий, длинный и как будто лесенкой